Ребят, всем привет! Вы на канале Чимитова Жаргала. Сейчас мы, получается, делаем пристрой к дому. Летний, получается. Ребята, как можно вот так вот брус положить? Вот из этого же, опять же, пескоблока мы сделали тумбы. Здесь это уже там просверлились, пробурились. Только одно отверстие сделали здесь. Здесь мы просто заливаем, чтобы потом, ребята, брус кинуть для пола. Вот сюда она, получается, ляжет. Вот сюда. Вот. Ну, все, нивелиром стрельнули. Все. И сейчас непосредственно стержень вот этот железный, мы арматуру это потом, чтобы брус запихать туда. Там просверлим дырку и запихаем его, чтобы надежно держалось. А потом, ребята, вот эта половинка будет полностью дальше вылаживаться до потолка. Вот. Вот такая вот задумка. Так что вот такие вот возможности пескоблока. Можно вот всяко-разному сыграть. Это мы, видите, ребята, отпилили, чтобы потом по нитке. Сейчас сюда раствор сделаем, по нитке стрельнем. Вот. Вот такие дела. Ладно, ребята, все. Всем пока.